Всем привет! Это твоя корейская Онни Кёнга. Сегодня я расскажу про корейскую косметику, которую по всей кореянке не покупают. Поехали! Вот, я посмотрела 4 косметики, которые в последние дни во все кореянки не пользуются. Зато можно найти в СНГ странах. Первый – это Aloe Gel. Я знаю, что от марки Holnik в СНГ странах очень популярна, особенно в Казахстане, в России, в Узбекистане. Каждый день как увлажняющий крем пользуются большинство. Но у нас в Корее это вообще не увлажняющий крем, не пользуемся каждый день. Только летом, чтобы снизить температуру в коже. Вы загораете на море, и тогда надо успокаивать. Тогда мы пользуемся Aloe Gel. На самом деле Aloe Gel очень часто вызывает аллергию. Поэтому, если вы будете наносить на лице или детям, обязательно нужно вот, как называется это сейчас по-русски? Внутри локоть. Намазываете сначала. Тут и ждите 2 или 4 часа, потом посмотрите, у вас аллергия есть или нет. В Корее тоже очень популярно было 7 или 10 лет назад. Много корейское производство начали производить разные марки, разные компании. Если в Aloe Gel есть этанол, вообще не надо брать. Почему вы чувствуете свежести? В Aloe Gel есть этанол, сушит кожу, забирает влажности. Это же очень странно. Вы намазываете Aloe Gel, чтобы увлажнять кожу. Aloe Gel, наоборот, забирает от вас влажности из кожи. Поэтому дополнительно нужно наносить увлажняющий крем. Тогда я узнавала, какие Aloe Gel корейские дерматологи советуют. Etude House, хорошая цена, хороший состав, не вызывает аллергию. Второй, Isentry, это чуть-чуть дорого стоит, но там безопасный состав, веганская косметика. Я вообще не пользуюсь Aloe Gel, я чувствовала, что очень сильно сушит кожу. Но когда я намазывала Aloe Gel от Isentry, и хорошо действует и успокаивает кожу. Второй, кореянки сейчас вообще не покупают скрабы с большими шариками. В СНГ странах очень популярна скрабенка от Etude Dom. Скраб, они же шелушение кожи убирают с раздражением. Поэтому маленькие шрамы и ваша кожа, возможно, превращаться на чувствительность и проблемной кожи. Еще у каждого человека другая толстота кожи. У кого очень тонкая, у кого очень толстая, но мы не знаем же, поэтому лучше осторожно. Тогда, как в Корее убираешь шелушение кожи? Мы убираем шелушение кожи с тонером. Наверное, вы думаете, как можно убрать шелушение кожи с тонером? Сейчас у нас в Корее такие тонеры называются такто, такнен тонер, значит тонер от шелушения кожи. Такие тонеры балансируют кожу, естественно убирая шелушение кожи, не с большими шариками. Еще у нас есть такие тонеры, как хыпто, это хыпсу, увлажняющий тонер. В нем больше увлажняющий эффект, чем убрать шелушение кожи. Первый это токто тонер от Ландре, вот это убирает шелушение кожи и для беременных женщин тоже можно. Второй, доктор Джи, Blemish Clear Skin Toner, тоже очень хороший и популярный тонер в Корее. Третий это Round Around, если у вас есть, тоже можно пользоваться. Но дерматологи не советуют пользоваться Ultra Facial Toner от KL, потому что это возможно закрывать поры. Не самый лучший состав. Третий санскрин с составом оксибензон, абубензон, октокрилин. Сейчас в Корее все наносят солнцезащитный крем каждый день, неважно. Теплая погода, грустная погода, счастливая погода, дождливая погода, неважно. Мужчина, дети, бабушки, дедушки, все носят. Я была удивлена, я посмотрела самые популярные санскрины в СНГ странах. Neutrogena, Hawaiian Tropi, Eucerin. Корейское производство больше не производит санскрин с этим составом. Потому что это очень сильно вредит экологию, но не только экологию. Для кожи, для нервной системы не очень хорошо.
сейчас в Гавайи и Таиланд, Индонезии запретили наносить санскрин с этим составом на море. Это апельсиновые коралли, и они умирают. Многие думают, что это не сильно вредит коже. Лучше наносить санскрин, чем не наносить. Но если в мире существует лучшие санскрины, почему не брать? И цена тоже намного дешевле. Еще корейские мамы не берут санспрей. Ребенок потом просто брызгаем санспреем, да, солнцезащитный крем, только в виде спрея. Это мелкий состав попадет в дыхание, легкие, влияет особенно на детей. Поэтому вместо этого у нас есть санстик. Вот такой чипс берем. Последний корейский санскрин, вообще нет запаха. Очень хорошо сделаю. Первый это Botanity Sunlight Lotion. Очень хорошо смывается пенкой и хорошо защищает кожу. Второй берете санскрин от Roundup. Уже 3 года занимается на первом месте. Хороший состав, нет вредного состава. Третий, RBN, наверное, вы не слышали такую марку, но это веганская косметика, санскрин тоже очень хороший. Последний, очищающая полоска для носа. У меня тоже дома есть. Я знаю, что в Корее сейчас очень мало покупают, но мне тоже иногда нравится. Это очень сильно вредит коже. Зато у нас есть штука, вот так положим где-то 10 минут, тогда уже это убирается. Не надо клеивать, просто он сам тает. Я пользуюсь очень редко, когда у меня очень много жир в порах. Еще очень хороший способ есть убрать черные точки. Если вам интересно, я потом об этом расскажу. Вам только нужно гидрофильное масло. Вот такие косметики больше кореянки не покупают в Корее. И еще я хочу добавить, что многие покупают корейскую косметику через купон. Те, которые находятся в Корее, я очень надеюсь, что вы тщательно проверите отзыв и кто покупатель, потому что там очень часто бывают подделки косметики. Корейская косметика компании специально заказывает из купанга косметику, чтобы проверить, отличать поддельную косметику. Будьте осторожны и надеюсь, что вам понравилось это видео. Не забывайте ставить лайк и подписаться. Да, аня!